Кто больше сошел с ума? Наверное, я, потому что хочу пригласить на эту сцену Ивана Коряковского. Хотя он так на этой сцене. Так как это называется сегодняшний вечер караоке Казмикадзе, я хочу спеть дуэт с Иваном Коряковским. А потом с Мирой и с Юлей. А потом Федя. Так как мы это с ним зачинали, мы это обязаны сделать это вдвоем снова. Что? Поехали. Это точно можно сделать? Увлечен собой. Подожди, но это сегодня караоке имени меня, мы же... Я понял, так можно вопрос, а ты будешь праздновать свой день рождения, или это можно считать? Ну, это день рождения... Имени меня, птица счастья за... Караоке! Караоке сегодняшнего дня. Хорошо. Иван Коряковский, друзья. Александр Казмин! Мы с вами все это начинали... И мне кажется, что пришла пора проститься с Иваном, потому что эта сцена слишком мала для таких мастодонтов, как мы. Для опытных камикадзе. С кем ты дальше дуэт будешь петь? Надо уступить. Давай на камень, ножницы, бумага, и тот, кто уходит.
Я думаю, что надо уступать дорогу молодым, зеленым, неопытным. Сегодня здесь Мира, сын Юля. Федор Васильевич. Поэтому, Ваня, я хочу с тобой проститься. Общий совет выбрал тебя. Господь простит. Стоп, что происходит? Всего хорошего. Позвони мне вечером. Вот теперь вообще не понял. Почему ему? Ваня, нет, что происходит, тоже... ребят? Мы немножко не можем. Что? Тебя не засасывает разве до сих пор? Я чувствую, кто? Нет, Ваня, я держу тебя! Нет. Саня, спасай! Возьмите меня! Возьмите меня! Без Саня, стой! Саня! Нет. Какой талантливый чуд, Александр Казгин! Пока, Саша! Ой, Сань, пока! Иди домой, с Богом. Я не понял, что происходит. Все. Просто он ушел. Все уже произошло. Отработал. Так. Ну все, с одним разобрались. То есть, свалил ведущий. Теперь. И у нас теперь есть сценарий. Что происходит? Подожди. Уходи! 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 Кофту Ярослава? Отнеси. Отнеси. Не надо было раздеваться. Друзья, ну как вы поняли, гонорара хватило только наполовину, а Александра Казгина. Поэтому Ярослав остается, да? Да. Половина Александра Казгина. Поэтому мы решили Сашу сегодня отпустить. И забыть. И забыть. Отпустить! И забыть! Да, так что сегодня ведущим буду я. Заколотите двери. Девочка, не уходи. Двери заколотите, пожалуйста. Но мы продолжим. Саша, да. Прекрасно. Да? Да? Ярослав, где? Где ты? Кофе ему отдали. Он прощается с Сашей. Он кофе. Понятно. И плачет там с тобой. Но у нас же есть еще дуэт. И дуэт наших прекрасных. Да. Да. Поставьте нам, пожалуйста, 43-8-9-1. А мы диски. А вы сейчас узнаете. Давай. Погнали. Stay when you are away.
чувствую себя